Всем доброго времени суток. Сегодня мы будем сажать огурцы. Сегодня у нас какой апреля? Середина, 16 кажется, да? Угу. Вот 16 апреля. Вообще-то, конечно, это рано для посадки огурцов. Но я решила попробовать в этом году посадить пораньше, чтобы уже как можно раньше есть свои свежие огурцы. Вот у нас перед вами две грядки. Справа грядка, которая будет использоваться под помидоры. Две недели назад мы посадили сюда различную зелень. Сейчас мы агроспан убрали, полили, чтобы показать, что у нас получилось за эти две недели. И еще практически около месяца на этой грядке у нас будет расти зелень. Я думаю, у нас становится все теплее и теплее, а в теплице особенно. И за месяц у нас успеет вырасти зелень, мы ее успеем поесть в достаточном количестве. Слева грядка, на которую мы будем сейчас сажать огурцы. Для этого нам ее, конечно, нужно подготовить, потому что по осени на эту грядку мы завезли торф и просто его накидали, уже были практически заморозки. Мы подготовили, не подготовили торф, а завезли торф для того, чтобы начинать ранние работы в теплице, потому что зачастую на улице еще холодно в это время, а в теплице уже тепло, хорошо, теплица прогревается под солнцем.